Я уже предвижу вопрос, который застыл на некоторых лицах. Зачем все это надо? Ответ очень простой. Сегодня священник, который выходит на ниву своего служения Богу, церкви и людям, должен занимать активную позицию по отношению к любому явлению современной культуры, даже такому явлению, с которым он может быть внутренне в чем-то, а может быть и целиком не согласен. И мы очень долго думали в рамках создания нового учебного плана, как бы нам активизировать эту деятельность. И вот тот опыт, который сегодня мы хотим вам представить, точнее, который мы хотим сегодня начать, является открытие дискуссионного арт-клуба, куда мы планируем приглашать ярких, выдающихся, неординарных деятелей культуры в области музыки, в области изобразительного искусства, театра, кинематографа, кинематографа. Всех тех, кто сегодня на самом деле создает ту культуру, в которой мы живем. И для того, чтобы это не было исключительно презентацией, представлением того или иного деятеля культуры, наш клуб называется «Дискуссион». Конечно, сегодняшний наш гость Борис Борисович Гребенщиков не нуждается в представлении. И мне не надо рассказывать о том, что с именем этого человека связана целая эпоха, по крайней мере, мои сверстники, люди, которые сегодня 40-50 лет, 60 лет, конечно, не мы сверстники, постарше, да. Для них имя Бориса Гребенщикова является важнейшим явлением современной культуры. В то же самое время едва ли можно найти человека, вокруг которого ходит очень много разных противоречивых, взаимоисключающих слухов, мнений, домыслов. И сегодня, друзья, у нас есть возможность услышать Бориса вживую, не только услышать, но и поговорить с ним. Поговорить в форме разговора, беседы, может быть, даже полемики по каким-то вопросам. Что ж, давайте поприветствуем Бориса Гребенщикова и группу «Аквариум». Доброе утро. Здравствуйте. Я думаю, что перед тем, как начинать полемизировать, можно сначала найти что-нибудь, по поводу чего полемизировать. Вот сейчас мы это будем вам давать, с вашего позволения. Ветер.
поздно сжимать. В кармане фили, смотри, как горят эти фили. Банана мама с крепкими ногами режет карту мира нам оригами. За кассы дремлет совершенно мудрый муж. Мы выходим по прибору в великую глушь. Назад в Архангельск. На улицах столица обвинения. Один манифест, куда бы ты ни шел, на тебе стоит крест, весной и ветер. Совершенно пустой внутри. Никто не видел, чтобы он отвечал ударом на удар. Он сильно изменился с тех пор, как повернулся и ушел под радар. А ты зависят в тебе, себе. Ты не веди. Черные птицы будут сужать над тобой круги. По радио будут петь, что любовь кольцо. Огонь печи Вавилона. Огонь
будем надеяться, что он отошел хотя бы. Сообразуюсь с программой, а петь то, что в голову приходит. Это очень ценно на концертах больших, это не всегда получается.
словом, как с ключом силы, отпустите домой. Thank you.
во траве поленья, она не хуже. Подними слезы, посмотри на уши. Какое там небо, какие в нем краски, божьи кровью тонет от глазки. Сидим, что она смотрит как раз эти портреты старцев, очень помогает. Thank you.
Лиза, снимай.
тепла, как нам простым и смертным. Нам сытый дом под лампой светлой, а ей лишь горькое вино, а ей лишь горькая беда. Сгорать, где все бегут пожаром, один лишь мальчик сгорит жалобой. Thank you.
Всеми, что у меня голос такой немножко чуть-чуть не дотягивает и хрипит, потому что полтора месяца не пел. И вот последние 4 дня у нас каждый день либо концерт, либо репетиция. Но я стараюсь. Поэтому пою тихо-тихо. Так из грязи мы вышли в князья.
смотри-ка, пока мест идем, не сдаемся. На ход ноги, на ход ноги.
когда звезда мажерник ляжет перед нами во сне, когда в камнях будет сказано то, что было сказано мне, когда над белым холмом будет место в звериной луне. Это значит день радости.
рассвело на лихом коне, шашкой наголо, вижу ты ко мне. Заезжай во двор, постучись в окно, видишь, я не сплю, жду тебя давно. Пожухла листва, и может права.
Корсон, Корсон номер два. Как будто бы есть еще путь,
старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем и ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще. Но словно бы что-то не так, словно бы блекли цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, прячь от Бога
небесный град Иерусалим. Горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет. Спасибо.